Здравствуйте, это программа «Лицом к городу». После небольших летних каникул мы вновь возвращаемся в эфир. И теперь, как и обычно, еженедельно в этой студии мы встречаемся с первыми лицами Рязани, обсуждаем самые актуальные и насущные городские вопросы и проблемы. Сегодня день города, сегодня 919-я годовщина любимой Рязани. Вместе с нами в студии глава администрации города Виталий Артемов. Добрый вечер, Виталий Евгеньевич. Евгений, здравствуйте. И какой же у нас все-таки красивый город? Да, очень красивый, очень любимый. 919 лет, город Рязань растет, процветает, развивается. Это самый лучший город в России, вообще в мире. Абсолютно с вами согласен. И сегодня, ну, вдвойне приятно то, что к 919-й годовщине Рязани, к дню города, у нас открылось сразу несколько знаковых объектов. Эти объекты мы анонсировали весь этот год. И сегодня, сегодняшний эфир, наверное, используем как возможность отчитаться перед горожанами о том, что сделала администрация города к дню города. И начнем с самого масштабного, наверное, с самого медийного проекта, который с первых же дней был в центре внимания общественности. Это реконструкция улицы Почтовой. Реконструкция завершилась. На Почтовой 3 дня кряду проходили различные мероприятия. И улица, на мой взгляд, действительно получилась, обрела свое новое лицо. Очень красивое, очень симпатичное лицо. На этой улице хочется проводить свое время, хочется радоваться жизни, хочется любить свой город. Вы знаете, Евгений, наверное, день города – это день, когда подводятся итоги, по крайней мере, 8 месяцев работы администрации. Конечно, я считаю, что почтовая получилась именно такой, которую ее задумывали и планировали наши архитекторы. Ведь после первой встречи с активистами и с горожанами, когда мы взялись только за реализацию этого проекта, мы для себя определили, что улица должна ремонтироваться на средства меценатов. Мы показывали эту улицу на сайте нашей администрации, работали наше управление архитектуры, мы смотрели историю этой улицы и решили, что она должна быть такой. Долго выбирали ту или иную плитку, то есть фонари. И после того, когда уже было принято окончательное решение, что она должна выглядеть так, мы приступили к работе. Я очень благодарен, в первую очередь, хотел бы сказать большое спасибо тем меценатам, которые приняли участие в реконструкции этой улицы, которые перечисляли деньги на фонд, который был создан, именно фонд улицы Почтовой, которые предоставляли технику, которые предоставляли людей для ремонта, которые взялись вообще за реализацию этого проекта. Наши предприятия вылили фонари, лавочки, цветники. То есть это такая получилась народная именно улица, поэтому она и дорогая. Что называется, сделано в Рязани, да. Все. И вы знаете, я вот сегодня на церемонии награждения меценатов, строителей этой улицы был совершенно удивлен тем ответным словом, к которому обратился один из подрядчиков, кто делал эту улицу. Настолько у него она была эмоциональная и настолько радостная. И человек благодарил администрацию Рязани за то, что привлекли к участию в этом проекте. То есть люди там несколько месяцев очень тяжело и трудно работали, и вот чувствуется, что вот эта работа вот с этой улицы, она где-то вот здесь вот в сердце останется. Ну, вообще, я очень благодарен, еще раз я говорю, всем, кто принял работу, особенно, наверное, той подрядной организации, которая взялась за выполнение работ, Михаил Неугодов. Вы знаете, ведь по первому замыслу она должна была заканчиваться около здания Почтамт. И когда уже мы к нему подошли, там порядка 4 дней там назад закончили эти работы, и когда все опять, ну, так скажем, рабочая группа собралась, собрались архитекторы, подрядчики, и когда сказали, что надо продолжать ее делать дальше, конечно же, все сразу же включились и все приняли решение, что надо делать дальше. Надо делать дальше, надо ее продолжать практически до улицы с Лениным. Надо дальше укладывать плитку, ее искать, ее привозить, вот, заказывать технику, находить людей, потому что очень многие рабочие, конечно, уже сильно устали. Ну, я очень благодарен. Вот как раз, наверное, в эти минуты проверяется дух администрации, проверяется дух наших рязанцев.
Ну, это вот многого и дорогого стоит. Вот такие благоустроительные работы на Подбелке завершились, но ведь улица по задумке должна обрести свою жизнь еще и как некая такая культурная столица города Рязани, да? На улице должны появиться музеи, на улице должны появиться какие-то кафешки, какие-то фишки. И вот эта работа будет продолжена и в этом году, и в следующем. И обязательно у нее должно появиться живое дыхание, скажем так, дыхание почтовой. Обязательно, Евгений, потому что мы считаем, что в выходные дни, пятницу, пятницу, субботу, воскресенье, там должны проходить мероприятия. И мы с вами на Думе уже предоставили несколько помещений под наши музеи. И сейчас разговаривали с Еленой Геннадьевной Царевой, что надо найти еще помещение для размещения там информационного туристического центра. И сегодня мы смотрели, искали, где это помещение должно быть, чтобы люди приезжали, наши гости нашего города приезжали в город, начинали с улицы Почтовой, приходили бы в информационный центр, смотрели, какие созданы в Рязани туристические маршруты, какие есть достопримечательности. И именно с этой улицы начался бы маршрут любого гостя нашего города. Ну и вот Михаил Крылов, который как бы от общественности, что называется, так контролировал эту стройку, сегодня пообещал, что теперь каждую неделю на Почтовой обязательно будут уличные музыканты. Целенаправленно, всегда. И люди смогут там не только жить, гости нашего города, но и просто горожане, прийти послушать музыку, отдохнуть. Это здорово. На самом деле классно. Это здорово. Вот посмотрите конец пятницы, вечер пятницы, когда был фестиваль «Подбелка» уличных музыкантов. Ну, я считаю, что там было порядка 7-8 тысяч. На следующий день, когда мы проводили вернисаж, тоже было порядка 5 тысяч. И сегодня днем, вроде бы выходной день, многие разъехались в деревне, там за город, на Аку, на карьеры. Ну, тоже, вот вы сегодня видели, тоже порядка 3-4 тысяч было. Вот. Ну, и хорошие традиционные уже мероприятия, которые сами напрашиваются, которые необходимо проводить. Сергей Ильич, я сейчас, наверное, возьму на себя смелость открыть нашим зрителям одну вашу идею. Дело в том, что у нас администрация города думает над тем, чтобы на Почтовой, всю Почтовую превратить в бесплатную Wi-Fi-зону. Да, это тоже предложение от горожан. Мы когда сидели, работала рабочая группа, считаем, что Wi-Fi-зона уже на сегодняшний день сама напрашивается. Мы ее могли бы сделать и к открытию Почтовой, но мы думали, как это сделать правильно, потому что фасады надо сохранять, кабель нельзя тянуть по фасаду. Мы консультировались с МТС, консультировались с Мегафоном, с вами консультировались и нашли варианты. И я думаю, там вместе с вашей телерадиокомпанией мы в течение месяца этот проект реализую. Думаю, что да. Ну что ж, Почтовая – это только один, скажем так, объект, очень важный, очень нужный и очень заметный. Но это только один объект, который появился у нас в этом году к Дню города. Вот сейчас на тех кадрах, которые я попрошу поставить в эфир, мы сейчас увидим еще один объект. Это вот стройплощадка. Тогда еще, по состоянию на прошлый четверг, еще стройплощадка. Пустырь между улицами, пустырь на Лыбецком бульваре между улицами Маяковского и Чапаева. Сейчас вот эта стройплощадка уже завершена, и здесь появилась замечательная зона. Зона для занятий спортом, уличным фитнесом, зона для отдыха с детьми и велодорожка, первая в нашем городе. Проект, который начался как идея 2 года назад, сейчас успешно реализовался. Да, этот проект мы начали в 2019 году и понимаем, что не должен был этот пустырь просто оставаться именно пустырем. И в комплексе начали заниматься, начали консультироваться с нашими любителями велосипеда, как должна проходить велодорожка, чтобы она соединила лесопарк и соединила Центральный парк культуры и отдыха, где она должна проходить. Мы изучали все маршруты, проходили пешком эти маршруты. И на сегодняшний день мы уже заказали проект.
в реализации тех идей, которые были в 2012-2013 году. Я думаю, в 2015 году мы уже сделаем комплексную велодорожку в городе Рязани именно так, как она задумывалась. А улица между, вернее, территория между улицей Маяковской и улицей Яхонтова, это как один из элементов этой велодорожки. Я тоже благодарен меценатам. Московский предприниматель Сергей Овсиенко посмотрел, что можно сделать в городе Рязани. Мы ему предложили реализовать этот проект. Он сам заключил договор с подрядной организацией, сам его финансировал, контролировал. Ну, конечно же, вместе с нами. И вот это получилось вот такая хорошая площадка за счет денег меценатов. И я думаю, это удобный для близлежащих домов спортивная площадка, где можно будет посидеть с детьми, где можно будет позаниматься игровыми видами спорта, велотренажеры, уличные тренажеры, которые мы потом добавим, ну, увеличим. Очень хорошее место, считаю. Ну, а вот я сейчас опять забегу немножко вперед. Вот в следующем году, насколько я знаю, планируется масштабная реконструкция Лыбецкого бульвара, вот как раз в районе до моста с улицей Горького, да, когда завершится строительство гостиницы, которую сейчас ведет северная компания. И тот проект, который есть, предусматривает и создание каких-то кафешек, каких-то пирожковых, там, да, зон отдыха. И вот тогда уже, что называется, с под Белки можно будет на велике проехаться по Лыбецкому бульвару до Чапаева, пройти там пешком. Ну, это будет действительно одна большая классная рекреационная зона, которая начнется на Подбелке и вот так вот пройдет до улицы Яхонтова. Евгений, с Олегом Ивановичем Ковалевым, с нашим губернатором, мы курируем этот проект, мы его вместе реализуем. Когда северная компания показывала только первые свои эскизы, первые свои наброски губернатору, вот, очень много было внесено корректировки и Олег Ивановичем, и администрацией города Рязани. И сама идея, которая на сегодняшний день будет воплощаться, это в первую очередь идея, я считаю, губернатора. Чтобы Лыбецкий бульвар это был хорошая пешеходная улица, улица для отдыха с хорошим подсветками, с хорошими тротуарами, с хорошими местами отдыха, чтобы Мюнстерская улица тоже была пешей, чтобы вот это получилось такое место отдыха наших рязанцев. Возвращаясь к уличным тренажерам, которые установлены вот на вот это на Лыбеде между Маяковкой и Чапаева, в этом году еще две площадки появились в Рязани ко дню города. В Комсомольском парке и в парке Гагарина, в парках, которые начинают возрождаться. Пока только первые шаги, но они начинают возрождаться, и там появились вот эти площадки, и лично могу свидетельствовать, что они сразу же, ну, буквально оказались облеплены детьми, которые вот эти уличные тренажеры, что называется, взяли в оборот. Здорово. Да, Евгений, эти парки начинают возрождаться осенью. 2013 года мы обещали, что мы этими парками будем заниматься. Вот это вот первые шаги, которые на сегодняшний день делаются в парке Гагарина, в Комсомольском парке. Парк Шевченко мы тоже не забываем. И там вчера нефтеперерабатывающая компания проводила серьезный субботник. То есть я очень благодарен всем тем, которые помогают и эти парки, скверы возрождать, которые сами приходят и что-то советуют или что-то делают. Это вот я еще раз хотел повторить, что это очень дорогого стоит. Потому что когда это сделано именно горожанами, то и отношение совсем, может быть, становится другим. Красивые, необходимые, уютные места в спальных районах нашего города, на окраинах нашего города, они также востребованы и всеми жителями города Рязани, как и парки и скверы, которые находятся в центре. Это тоже необходимый элемент благоустройства, необходимое место отдыха для наших горожан, чтобы все, кто там живут, проживают, могли сходить с детьми, могли просто там люди старшего поколения сходить, погулять, посидеть, да и любого поколения просто посидеть
там на природе, по сути. Петр Евгеньевич, ну, а что касается спортивных объектов, опять же, хочу отметить, что в этом году ко дню города появилось сразу 3 новых спортивных объекта. Это спортшколы «Антей», «Юпитер» и «Фаворит» пополнились новыми классными помещениями, и это, опять же, очень радостно. Вот несколько раз я не повторяю эту фразу, очень радостно, но это действительно так. Да, и это те объекты, которые, как я называю, как мы со своим подчиненным говорим, которые мы подбираем. Да? Если взять тот же «Анте», это бывшая мастерская в 37-й школе, и руководство «Антеи» подошли и предложили это помещение восстановить, сделать там крышу и сделать там хороший зал для борьбы. И на 150 детей мы 1 числа этот зал открыли. Вообще 1 числа у нас был день, который мы назвали «Рязань спортивный», и все объекты, которые мы обещали, мы их сделали, и стрелковый тир, «Фаворит». Ну и, конечно же, наше было обещание к горожанам для «Юпитера» создать еще дополнительные площади. На сегодняшний день клуб «Юпитер» один из самых динамично развивающих. Большие, серьезные результаты. Члены сборных России по дзюдо, призеры, члены олимпийских сборных, призеры чемпионатов мира. Ну, они просто достойны иметь еще дополнительные для себя площади. И дети на сегодняшний день идут. Я как говорю, что «Юпитер» – это еще один бренд, который появился в городе Рязани, такие как «Комета», «Юпитер». И мы этот зал построили. Он обошелся совсем нам недорого, 30 миллионов рублей. Но 400 детишек и дошках песочных придут заниматься 1 сентября уже в этот зал. А ведь еще в этом году у нас планируется, вот к Дню города, я знаю, не успели немножечко, но к 1 сентября появятся школьные площадки по программе «Газпром детям», которые будут также оборудованы всем необходимым для занятий спортом. Да, мы сейчас на сегодняшний день ведем работу по строительству 7 площадок «Газпром дети». Это программа, которую реализует «Газпром» по соглашению, подписанному с правительством Рязанской области. Правительство Рязанской области предоставило нам 7 площадок в городе Рязани. Вот сейчас они устанавливаются. Точки мы согласовали с общественностью. И эти площадки 1 сентября будут. Ну и, конечно же, тот проект, который мы анонсировали, это советской армии. С Олегом Ивановичем мы туда выезжали в начале июля. Смотрели, в середине июля смотрели, как ведутся работы. На сегодняшний день у нас подрядчики идут в графике. Сквер на советской армии. И горожане видят, что слово, дело не расходится со словами. Это будет еще одно хорошее место для отдыха горожан. Мы считаем, что этот парк должен называться парком Александровский. И на сегодняшний день там правительство Рязанской области предлагает нам бюст Александрова, чтобы установить его в этом парке на улице Советской армии, назвать парк Александровский. Я думаю, эта идея всем горожанам понравится. И если Олег Иванович предоставит нам такую честь, этот бюст получить в городе Рязани, мы могли бы его там установить. Тоже будет любимым местом рязанцев. Все больше и больше любимых мест становится в Рязани. И это здорово. Я благодарю вас за то, что у нас теперь есть не только грибы с глазами, но и Подбелка. Есть вот эта замечательная зона Лыбецкого бульвара, которая через год, просто уверен, будет еще краше. Классный был день города. Да, хороший. Самое главное, что многие рязанцы с добром отзываются о всех мероприятиях, которые на сегодняшний день проходят. Не только из-за того, что там мы открываем какие-то объекты, как в Рязани появляются какие-то объекты, но из-за того, что люди с душой, сотрудники администрации и работники всех наших муниципальных учреждений с большой душой отнеслись и всегда относились, и в этом году как-то он очень уж так ярко проходит, к тем мероприятиям, которые есть. И вот мы сегодня были на улице Почтовой и говорили, что мы
ежегодно проводим мероприятие, которое называется «Рязань приглашает друзей». И с каждым годом друзей становится все больше и больше. Приехали иностранные делегации. В этом году мы проводим год, который мы активно сотрудничаем с всеми диаспорами, которые есть в городе Рязани. И сегодня вот к иностранным делегациям были хорошие места, которые организовали диаспоры, хорошие концерты. То есть город Рязань, он правда всегда очень дружно относился ко всем людям, ко всем народам. И мне кажется, всем здесь очень уютно жить, уютно приезжать. Ну и считаем, что это такая процентов на 15 репетиции к 920-летию. Мы уже сейчас работаем, уже подписали постановление по утверждению программы 920-летия. Направили к вам в Думу, Евгений, чтобы депутаты выразили свое мнение по программе 920-летия. Я думаю, на следующий год будет еще интереснее. Спасибо. Виталий Артемов, глава администрации Рязани, в программе «Лицом к городу», которую сегодня смело можно переименовать в программу «С любовью к городу».